Всем привет! Продолжаю экспериментировать с настройками микрофона и всего остального, но будем маскировать это все под обзоры. И сегодня у нас на рассмотрении модель от FIO, которую многие ждали, это FH1S. В принципе, FH1 от FIO стали очень популярными, хотя, честно признаюсь, немножко был не мой тюнинг, такие чуть притемненные наушники. Но, скажем, популярность была высока, и FIO решили сделать совершенно другую по звуку модель по сравнению с ними. Причем эту модель они выпустили сразу в двух вариантах. В общем-то, с первыми появились Jade Audio EW3, которую они... Нет, EA, да, они EA. EA3, ну, EA3, которые снискали некоторую долю популярности. И, в общем-то, используют они такой же, как и здесь, 13,6 мм динамический излучатель плюс одна арматурина от Knowles. И абсолютно схожий внешний дизайн. В общем-то, и стоят они, по-моему, что-то в районе $50. Ну, на распродаже были чуть дешевле. А эти стоят 60-70, но при этом были слухи о том, что вот, FIO решили выпустить тот же самый звук в такой же самой упаковке, но дороже просто, ну, в смысле, в такой же самой упаковке, в смысле дизайна наушников, но в более премиальной коробке, и за счет этого содрать больше денег. Но, в общем-то, забегая чуть-чуть вперед, скажу сразу, слух не оправдался, и звук тут другой. Даже по техническим характеристикам это заметно, потому что у джейдов 18 Ом импеданса и 108 дБ чувствительность, а тут 26 и 106, так что эти менее чувствительны. Ну и тоже чуть-чуть забегу вперед, звук у них отличается немножко, но про это чуть-чуть позже поговорим, когда доберемся до звука. А пока что анекдот дня будет таким. Дорогая, почему ты плакала во время секса? А мне страшный сон приснился. А в плане упаковки, коробки, видите, тут намного все стало солиднее по сравнению с джейдами, которые были в маленькой такой картонной коробашке. Тут черная картонная коробка, которую FIO очень любит, которую они часто используют для упаковки своих моделей. Внутри сами наушники и коробка с аксессуарами. Не предусмотрели, жалко, никакого язычка, чтобы удобно все распаковать. Инструкция есть на английском и китайском для тех, кто путает левое ухо свое с правым. Сами наушники. На самом деле, я бы, конечно, понял бы, если бы они это все упаковали проще, изберегли бы малёху упаковочных материалов, но решили выдавать премиальность по максимуму. В комплект поставки входят сами наушники, получше кабель, чем у джейдов, пластиковый боксик для хранения и три набора насадок. В общем, тут пара пенок, обычные абсолютно черные пенки, и два вида силиконовых насадок, по три штуки каждых. Вы их уже наверняка видели со многими моделями от FIO по несколько раз. С красными вот такими центрами они чуть побасовитее, и серые они чуть-чуть понейтральнее. В принципе, большой разницы между ними не наблюдается. Давайте развернем и распакуем их. По дизайну наушники, но абсолютно такие же, как Jade Audio. Такая же форма, все полностью похоже. Прозрачный пластик, тоже из целлулоида сделаны фейсплейты. Тоже у каждой пары наушников из-за вот этого случайной текстуры получится свой собственный дизайн. Единственная разница, тут не Jade Audio написано, а FIO. Ну, в целом, логично. Форма довольно эргономичная, и большой, почти 14-миллиметровый динамик сумели поместить в минимально возможном корпусе. Так, насадка нам будет мешать. В принципе, все внутренности видно. Вот динамик. Уходящие проводочки к арматуре уходят провода, уходящие к арматуре, уходят прямо в звуковод. То есть арматурка расположена близко в носике. Видны коннекторы и все остальное, что есть. Собраны аккуратно, нормально. Конечно, вот тут виден шов соединительный, но, в принципе, для этого ценового сегмента все сделано хорошо. Есть вот тут компенсационное отверстие, но оно сделано с внутренней стороны наушника, поэтому на шумоизоляцию оно не влияет. Звуковод вытянут вперед на достаточно неплохую длину. Он выходит под правильным углом, поэтому посадка в уши довольно комфортная, ну, по крайней мере, в мои. Звукоизоляция чуть выше средней, потому что хорошо садится в канал. Есть выступ, чтобы удерживать насадки.
Есть сеточка защитная, в принципе, в этом плане все предусмотрено довольно качественно. Провод сделан сменным. Используется абсолютно обычный двухпиновый коннектор с маркировкой, видите, синий для левого канала. Никаких утопленных пинов, выступающих сокетов, наоборот, в общем, абсолютная классика. Хорошо, что не стали использовать MMCX, в бюджетном сегменте двухпиновые коннекторы надежнее. Провод улучшили, есть у него заушный, вот такой вот витой, аккуратно, симпатично смотрится. Мало склонен к твердению на морозе, ну, по крайней мере, в холодильниковых тестах. Мягкий, не самый мягкий, но ближе к мягкому. Небольшой есть микрофонный эффект, но заушины его хорошо гасят. Аккуратно вот так вот свит. Выглядит получше, чем джейдовский. Я попозже покажу джейды, выложу в кадр тоже для сравнения. Идет до разветвителя. Тут вот такой вот ползунок под подбородком, но я не думаю, что он вам понадобится. Разветвитель, и после разветвителя он идет аккуратно сплетенным до самого углового штекера. Штекер традиционный для FIO. В общем, сделано все аккуратно, долговечно, надежно, продумано. У FIO, конечно, много есть альтернативных проводов, но думаю, что тут комплектный подобрали самый оптимальный по соотношению цены, качества и всего остального. В общем, как видите, по всем внешним характеристикам модель получилась очень приличной. Ну и, конечно же, поговорим о звуке. Нам понадобится, во-первых, какой-нибудь плеер, чтобы приводить примеры, чтобы красиво лежал в кадре. Ну, а во-вторых, думаю, что больше толку с этого обзора будет, если будем проводить сравнение с Jade Audio. Вот они. Видите? Абсолютно одинаковый дизайн внешне. Без малейшей разницы. Чуть более простой провод, чуть больше склонен к запутыванию. В общем, внешне разница невелика, но по звуку они действительно друг от друга отличаются. И дело не только в чувствительности и импедансе. Чувствительность и импеданс, в общем-то, тут на плеере добавил где-то 6-10 единиц громкости, и разница компенсировалась. И даже со смартфоном разницы особой не будет. И те, и другие неплохо себя покажут. А вот по подаче, не знаю, что двигало FIO, может быть, они решили, что все-таки более массовый тюнинг EA3, он продолжатель идейный обычных FH1, а для FH1S они выбрали такую более аудиофильскую подачу на самом деле и оттюнинговали их нейтральнее. При этом динамик такой же, но он менее акцентирован по сравнению с EA3. И он довольно детальный, то есть, скажем, не супер скоростной, но как бы хорошее разрешение. И при этом за счет того, что тут меньше акцент на низких частотах, он стал чуть лучше справляться со скоростными характеристиками, поэтому немножко лучше передает текстуры, но при этом, скажем, меньше веса, меньше плотности, то есть меньше накачки низких частот. То есть, как бы, это уже такая вкусовая разница. То есть, хотите вы акцент на мид-басе и глубже, либо же вы хотите нейтральный линейный бас. При этом, скажем, плотность тут тоже есть, но она меньше акцентирована. Глубина у них примерно одинаковая, довольно неплохая, не запредельная, но на хорошем уровне. И если, допустим, Jade Audio лучше подходит для каких-то вещей типа электронной музыки, то тут лучше удаются инструменты и, ну, в смысле, какие-то акустические инструменты, более естественные вещи. Но, разумеется, это не значит, что тут нельзя слушать электронную музыку, а на тех какие-то акустические инструменты, просто, скажем, это скорее вопрос такой субъективных предпочтений. Ну, не в первую очередь, но в основном. В принципе, в наушниках всегда вкус правит роль в первую очередь. Примеры я выбирал так, чтобы на этих примерах можно было объяснить разницу, и при этом выбирал вещи, которые максимально слышали, ну, может быть, не все, но хотя бы многие. И для низких частот в качестве примера у меня Enter Sandman металликовский. Ну и, в принципе, я примеры подбирал так, чтобы, скажем, они выгоднее подчеркивали FH1S. Все-таки это их обзор. И, в общем-то, Enter Sandman, понятно, что это не какой-нибудь там басхедный трек, но тут хорошо прописанная бас-бочка и неплохо прописанная бас-гитара, и те, и другие, или как это назвать. В общем, ритм-секция, она хорошо прописана, довольно объемная, подчеркнутая. В общем, тут показывают себя эти наушники очень хорошо.
и передают это все детально и четко, а вот эти вот немного преувеличивают, скажем, размер инструментов, и бас-гитара становится уже такой чуть более вальяжной. При этом, если, допустим, для примера взять что-то типа The Antwoord там, то наоборот, скажем, конечно, EA3 будут массивнее, сочнее, жирнее и, приятнее. Хотя это тоже, конечно же, вопрос субъективных предпочтений, что вы чаще и больше слушаете. Средние частоты линейные, нейтральные, довольно детальные, чуть выше по разрешению, чем у EA3. И, наверное, это, кстати, не реальное разрешение, а вот именно восприятие разрешения. То есть тут чуть больше сфокусированы они на микроконтрасте, и потому что одинаковые излучатели, а вот воспринимаются чуть-чуть по-другому. Они детальнее звучат, чуть более аналитично, чуть требовательнее к качеству записи. То есть вот такие вот, всего этого по чуть-чуть, ну то, что дает фокус на микродетальности. Им, как Jade Audio, на некоторых треках, ну не часто, но иногда не хватает весомости и массы, но при этом, скажем, это случается не часто. При этом они, разумеется, детальные, и на нижней половине этой проблемы не возникает, потому что и тут, и там, конечно, за нижнюю часть средних частот отвечает еще динамик. При этом они и та, и другая модель сделаны довольно когерентно, хорошо состыкованы частоты, место наложения драйверов заметно, но не особо выпирает, поэтому в целом вот эта часть в плане когерентности удалась разработчикам на хорошем уровне. Что еще сказать про средние частоты? Чуть более критичны к качеству записи, но не запредельно. Но лучше, им лучше какой-то более качественный материал скармливать. У них немножко больше воображаемая сцена в ширину и глубину, но тут тоже многое зависит, наверное, от субъективного восприятия. Но объем они строят чуть лучше и чуть детальнее все передают, скажем. В качестве примера для средних частот вот такая вот интересная запись. Это классика от Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, но взята не альбомная версия, а живой концерт Джимми Пейджа и Роберта Планта. В альбомной версии это, наверное, был бы хороший трек и для средних частот, но в данном случае, в смысле для верхних частот. Но так как тут живая запись, то это скорее тест в основном на средние частоты, и мне просто очень нравится энергетика этого концерта, плюс я его просто хотел пропиарить, ну... Извините за слабость, люблю пиарить интересные записи. Поэтому для тех, кто ностальгирует по Led Zeppelin, это неплохой вариант послушать один из их реюнионов. В общем-то, все этот блюз слышали, опять же, ну, или многие. Если вы не слышали, то всячески рекомендую. И тут Plant, наверное, выдает, скажем, ну, может быть, не больше, но, скажем, по-другому преподносит этот трек, чуть более эмоционально, с чуть меньшим надрывом, но с чуть большими эмоциями по сравнению с альбомной версией, и вот это мне очень нравится, и тут, конечно, эти наушники показывают себя на очень классном уровне, может быть, для своей цены, да, нужно все время вносить это уточнение, потому что на самом деле тут нужно для полностью отыгрывания этого трека что-то уровня, там, не знаю, $300 и выше, но для бюджетной модели они себя показывают на очень неплохом уровне. Вот, поэтому, если же взять что-нибудь плохо записанное, то уже тут, конечно, EA3, возможно, показали бы себя получше, чем эти наушники. Но этот трек им подходит больше. Скажем, я тут читерил, и FH1S в данном случае будут себя показывать на этих треках как тестовых лучше. По верхним частотам они больше немножко акцентированы, они лучше по протяженности, ну и скажем, это и хорошо, и плохо. Если вы чувствительны к ВЧ, то эту модель точно стоит послушать перед тем, как покупать. Эти чуть более безопасный выбор, но у них тоже на самом деле ВЧ не прям совсем зажаты, но их меньше количественно и меньше по протяженности. Тут больше протяженность, чуть больше количественно, чуть лучше разрешение, поэтому в общем-то на хороших аудиофильских треках это идет на пользу естественности и реализму. На менее качественных записях, там где на верхних частотах попадаются всякие артефакты компрессии, мусор и прочие шняги, там, наверное, и EA3 будут более предпочтительными. Тут более ясно очерчены ВЧ, чуть лучше детализация, есть даже очень-очень базовые зачатки слоистости, они чуть лучше все насыщают обертонами, ну и в целом это хорошая однодрайверная арматурка, отыгрывающая ВЧ. То есть немножко не хватает телесности, но при этом хорошее разрешение и неплохой уровень естественности. И в качестве трека
примера. Он уже мелькал на экране, но... Вот. Вот он. Это Dire Straits, So Far Away. В общем, в принципе, не особо могу использовать Dire Straits для критического выслушивания, потому что просто начинаю слушать музыку и не отвлекаться ни на что другое. А, скажем, для примера они вполне подойдут. Вначале идет довольно низкочастотная гитара, но относительно низкочастотная. И, в принципе, тут эти наушники чуть лучше себя тоже показывают на гитаре, потому что она звучит реалистичнее, потому что EA3 немного ее подраздувают. Они ее эффектно выпячивают, но при этом реализма она теряет немного. Ну а потом начинается основная часть, и тут много всяких перкуссий, тарелочек, перезвончика, и все это эти наушники отыгрывают поярче, поэффектнее, чуть более заметно. В плане источника им нужно что-то среднего уровня. В принципе, их можно слушать, конечно, со смартфоном, но полный потенциал их не будет раскрыт. Им нужно что-то среднего уровня. При этом, вы знаете, на самом деле немножко парадоксально, но, скажем, я, наверное, больше предпочел бы к ним iBass DX160, чем M11, потому что иначе получится, скажем, слишком нейтральная подача. А вот с M11 Pro они показывают себя очень здорово, но при этом, разумеется, M11 Pro для них, наверное, уже будет чутка перебором. Ну, это все, опять же, не какие-то жесткие там правила, которым следует следовать. Это просто, скажем, некоторые мои субъективные предпочтения. Супер мощности им не надо, мега темный фон не надо, в плане вот этих вот характеристик, чувствительности и прочего, они довольно хорошо сбалансированы. Если говорить о сравнениях, то в принципе основное сравнение для них уже провел, так сказать, ну скажем несколько бегло моделей, которые сейчас просто наугад придут в голову. FIO F9 и F9 Pro, они более выражены V-образно, у них больше ВЧ, они порезче. И у них больше среднего баса, больше акцент, хотя и немножко меньше разрешения, но чуть больше телесности на середине. Но все равно, скажем, это, наверное, более современный вариант, более нейтральный, гармоничный тюнинг. Обычные FH1, в принципе, не похожи на эту модель вообще ни разу. То есть это такая странная была немножко идея, но она, наверное, себя оправдывает. Обычно FH1 у них меньше саббаса, он отведен на второй план, но при этом бас больше приподнят, то есть и больше ослабленный ВЧ. То есть FH1 это такие мидбасы, серединистые наушники, скажем, с чуть темноватым и тепловатым звучанием. Более топовой модели FIO нет смысла сравнивать, они, естественно, там будут все превосходить имеющиеся в наличии. Острики C09, как референсная точка, они теплее и темнее в целом, с меньшим количеством ВЧ. В принципе, не знаю, там, что еще можно вспомнить. TRN V90, они суше, они чуть порезче. У них более нейтральный, более сухой бас, но при этом он менее реалистичный, ему немного меньше, у него немного меньше веса, чем здесь, и ему не хватает капельку реализма. И в целом, скажем, они более такие вот резкие и менее натуральные. Но опять же, тут разница в 2 с лишним раза по цене. Это тоже, наверное, многое объясняет. KZ ZSX примерно в ту же степь. Им тоже немножко не хватает реализма. Эти более реалистично звучат. Хотя тоже, опять же, там двукратная переплата. Не знаю, не уверен, стоит ли это все. Наверное, нужно резюмировать это все как-то. В общем, это такие получились нейтральные наушники. Детальные довольно, красивые, ясные. В принципе, ну, субъективно, опять же, это вот выбор там для классики, для инструментальной музыки, для вокала, вот как для каких-то таких вещей, для хорошо записанных треков. Это для электронной музыки больше подойдет, для поп-музыки и всего прочего, скажем, с этим связанного. Предвосхищая вопрос, какие наушники лучше для металла, скажу, что на мой вкус вот эти вот, но, скажем, мои вкусы в плане металла специфичны, я предпочитаю для него нейтральную, более мониторную подачу, потому что мне больше нравится агрессия и злость. Но, скажем, многие люди, наверное, предпочтут вот эти вот, потому что они с большим напором и большим, в смысле, даже не большим напором, а с большим количеством низких частот, и многим это нравится. Хотя тут, скажем, скорость мне важнее, а там вам нужно выбирать самостоятельно, что вам ближе. В общем, вот такие вот получились FIO FH1S. Интересная моделька. FIO, наверное, поступили разумно, выпустив их сразу две. Они друг друга дополняют и отчасти компенсируют. В общем, умное было решение.
В качестве спойлера, обзор FIU M15 тоже уже не за горами. В общем, оставайтесь с нами, спасибо за внимание и хорошего всем дня, вечера, в общем, того времени суток, которое у вас наступает.